Добрый день, уважаемые цветоводы! Мы находимся с вами возле вот такой красивой розы. Я, к сожалению, не знаю ее название. Роза имеет высоту где-то под 1,80 м. Цветы у нее такого ярко-малинового цвета. Буквально вся, посмотрите, покрыта вот такими бутонами. Посмотрите, сколько в одной кисти бутонов. Где-то бутончики еще только начинают раскрываться. Цветет она где-то буквально со второй недели июня. И цветет достаточно долго, где-то около месяца. Вот какая она высокая и очень красивая. Вот хотелось бы мне знать ее название и вообще каким видом, каким типом роз эта роза относится. Вот если кто-то знает название, можете мне написать в комментариях. Хотелось бы знать название этой красавицы. Вот посмотрите, даже такие не спадающие кисти находятся даже на нижних веточках. Конечно, ее уже нужно обрабатывать, нужно подкармливать. Вот посмотрите, сколько прекрасных цветов и бутонов, которые вот-вот уже распустятся. Рядышком у меня растет точно такая розочка. Точно такая, только она нежно-розового цвета. Почему она у меня маленькая? Ветки были очень старые, никудышные, поэтому я решила ее, в общем-то, обрезать. Муж ее просто-напросто скосил прямо под корень осенью. И вот весной она выпустила несколько побегов. Тут два или три побега, которые, конечно же, в этом году не зацветут. То есть такая же форма цветка, такая же структура цветка, такой же высоты, но только нежно-розового цвета. Поэтому жду ваших комментариев по поводу вот такой красавицы. Спасибо огромное за внимание.